Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня мы приготовим замечательные рулетики с мясным фаршем из лаваша. Рулетики просто объедение. Сытные, вкусные и готовятся очень быстро. Приготовьте, не пожалеете. Для закуски мне нужны будут следующие продукты. Один лаваш, 350 граммов фарша на ваш выбор, у меня куриный. Соль, перец, специи добавляем по вкусу и 3 яйца. Готовится эта закуска проще простого. Мне она нравится, сытная. Значит, сюда я добавляю специи к фаршу, немножко соли и перец. К яйцам я тоже добавляю соль и перец. Так, фарш мы перемешиваем со специями хорошенько. Я это все делаю руками всегда. И это решила повыделываться ложкой. Сейчас я все еще раз хорошо потом перемешаю. А яйца мы просто вот так взбалтываем вилкой. Вы уже догадались. Рулетики будем делать. Кляр с яйца и обжаривать. Очень вкусно. Очень вкусно, сытно, когда нету времени на приготовление еды для своей семьи. Это блюдо прекрасно нас выручает. Берем лаваш. Лаваш у меня большой, прямоугольный. Уплотнение по краю вот здесь я убрала. Ножницами просто срезала. Не руками, вот так перемешивая. Мне так удобно, хорошо разровнять. Лук я не добавляю. Вот здесь просто куриный фарш со специями. И вот так смотрите, тонко. Насколько это возможно, я вот беру. И руками. Вот видите, тут специи не перемешались. Такое бывает. Поэтому я всегда говорю руками. Нужно работать именно с фаршем, не ложкой. Когда котлеты мы делаем, мы тоже все делаем руками. За перчатки мне даже не говорите. Я хозяйка у себя на кухне. Все всегда чисто, поэтому делаем кому как удобно. Край оставляем не тронут. У нас есть яйца. Мы когда будем заворачивать рулетик, смажем там яйцами. Ну, чтобы хорошо лаваш приклеивался. Чтобы когда мы будем разрезать его на кусочки, на пенечки, чтобы держал форму, не распадался. Это очень важно. Будет неудобно просто работать. Теперь берем и вот так смазываем край лаваша. Этим же кляром, в котором будем обмакивать наши рулетики. А зачем что-то другое брать? Хорошенько. Края. Вот так вот здесь. Все отлично. Следующее теперь берем и сворачиваем. По чуть-чуть. Понемногу. Плотненько. Фарш со специями. Рулет будет хорошо. Он уже пустил сок. Рулет будет хорошо нарезаться. Я считаю это, знаете, универсальной, вкусной, сытной закуской. Мне она нравится и на вкус. Готовится быстро. Перекладываем на доску. Сейчас вот просто я разрежу. Вот. Видите? Теперь, чтобы мне было удобно, я беру и вот так нарезаю толщиной приблизительно где-то 1,5 сантиметра. Слишком тонко не нарезаем. И не переживайте, все прекрасно прожарится вообще. Видите? Прекрасно держит форму.
Ну а дальше все просто. Кляр готов, яйца еще раз перемешали. Сейчас будем каждый кусочек обволакивать в яйцах и обжаривать с двух сторон на сковороде. Сейчас разогреваю сковороду с растительным маслом. Процесс пошел. Теперь берем каждый этот рулетик, обволакиваем и обжариваем на растительном масле. Вы видите, рулетик не распадается. Вот это самое важное. Если бы у вас все раскручивалось, у вас бы было вообще туши свет, как я говорю. Не хотелось бы и делать. А так все хорошо держит форму. Просто берете, переворачиваете, обволакиваете со всех сторон и выкладываете на разогретую сковороду. И все. Часто пользуюсь этим рецептом. Вот вы знаете, вот бывает, когда надо что-то вкусненькое и сытное, вот это идеально выручает блюдо. И, конечно же, когда обжарим с обеих сторон, мы перекладываем на бумажное полотенце, чтобы лишний жир питался в полотенце. Потом уже выкладываем на тарелочку. С тремя яйцами я вообще погорячилась. Мне кажется, хватило бы и одного, ой, не одного, а два. Ну, просто было бы неудобно, вот я знаю, когда вот мало яйца, неудобно просто обволакивать. Вот. Теперь берем, используем две вилочки, удобно вот просто вот так переворачивать. Вы знаете, когда обжариваешь этот лаваш, пахнет пельменями, не знаю почему, но вот пахнет именно ими. Вот такие замечательные пенечки у меня получились. Готовьте на здоровье. Это очень вкусно. Ну что, продегустируем вкусноту. Они уже остыли. Откусила. Сейчас приближу камеру и покажу вам, что действительно фарш пропекся. Потому что видно, когда пропекся, а когда нет. Здесь куриное филе, оно беленькое. Очень вкусное. Добавляйте специи. От специй прекрасный такой аромат. А знаете, сочное блюдо получается. Вкусное. Можно добавить еще какой-нибудь соус. Но мне нравится именно в таком виде. Безумно просто, вкусно. А главное, сытно. Готовьте на здоровье. У вас все получится. Как и обещала, камеру приближаю. Смотрите. Красота. Сочно, вкусно, нежно. Иногда я эти рулетики готовлю на праздничный стол. Для разнообразия. Очень вкусно, действительно. Вот когда нужно приготовить и хочется чего-то разного, закуски, чтобы были и мясные, и с овощами, отлично подходят. Немного готовлю, вот так небольшую тарелочку, и это прекрасно. Все всегда хвалят, поэтому готовьте на радость своей семье. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч, пока-пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь моими видео с друзьями. Пока!